Добрый день. Меня зовут Нина Семеновна Шашукова. Я представляю компанию APL. Сегодня тема нашего разговора – это результаты применения нашего продукта аккумулированного дрожжа внутриклеточной регуляции. Это витаминно-минеральные комплексы, заключенные в отрицательно заряженный наноконтейнер. Это совершенно новая технология. Продукт нового времени. Его особенности в том, что новая технология создана на основе синергизма и нового способа экстрагирования высококонцентрированных веществ, витаминов, минералов, микро-макроэлементов. Продукт применяется сублингвально под языком, что способствует тому, что все высококонцентрированные частицы, заключенные в наноконтейнер, попадают через капиллярную систему под языком сразу в артериальную кровь и за счет отрицательного заряда несутся прямо в те клетки, которые больше всего нуждаются в данном продукте, то есть в клетки патологических. Клетки патологически измененные. Ну и за счет отрицательно заряженного контейнера наночастицы способны проникнуть внутрь клетки. И только там, раскрывшись, отдав свой отрицательный заряд в полном объеме, попадает в самое ядро клетки. За счет этого идет быстрое воздействие на клетку, которая больна, патологически изменена. За счет этого идет высокая результативность нашего продукта, высокий КПД. Если говорить о продукте, в отличие от других, что представлено сегодня на рынке, это продукт точечного воздействия. Он непосредственно работает с клеткой, которая прежде всего нуждается в этих микро-макроэлементах, витаминах и лечебных частиц. Продукт 100% натуральный, поскольку в его основе используются растительные компоненты растения, а это фрукты, ягоды, корни, лечебные травы. И он совершенно безопасен, потому что данные компоненты, входящие в наш продукт, они тысячелетиями проверены в медицине Тибета, аюрведы, в ведической медицине, в медицине от Авиценны. Никаких генных соединений, генных компонентов в нашем продукте нет. Продукт не имеет противопоказаний. Можно его применять от грудничка до старичка. И сегодня, слушая наши результаты, это только малая частица того, чем мы можем поделиться. Итак, результаты применения продукта. Я использую этот продукт в своей семье 2,5 года. Чем для меня привлекательный продукт, что он безопасен, то, что он быстро воздействует на те проблемы с помощью этого продукта, которые я решаю в своей семье, и то, что продукт без ГМО, без консервантов. И кроме пользы ничего плохого в этом продукте нет. Итак, результаты. Мои личные результаты. У меня были спинномозговые грыжи. Мне 65 лет. И, конечно, это очень сильная боль, это неудобство при ходьбе. И вообще спинномозговые грыжи, протрузия доставляет человеку, ну, не то, что неудобство, это большие боли. Я начала применять продукт Слайд. Вот этот продукт, слайд. На этом продукте через 3 месяца не было ни одного обострения, то есть ушли все болевые проблемы. Через год я сделала повторное МРТ, и заключение показало, что спинномозговые грыжи не обнаружены. Но я и сама по своим ощущениям поняла, что эта проблема меня больше не беспокоит. У меня муж страдает сахарным диабетом, ему 65 лет, или страдал, точнее сказать. Обнаружили у него на уровне глюкозы в крови 12 единиц. Он начал принимать продукт МЭЛС и продукт НОРМ.
продукт антивирусной антипаразитарной программы MELS и продукт Norm. Буквально в течение месяца у него сахар, он был не инсулинозависимый, сидел на лекарственной терапии, и на лекарственной терапии с 12 единиц до 8 единиц снизился сахар и далее не двигался. Когда он начал принимать продукт Norm и MELS, сахар полностью нормализовался. Сейчас у него уровень глюкозы в крови 4,9, ну и максимум, когда поест торт, и 5,5 единиц. Это абсолютная норма. Теперь я сказала фразу, что наш продукт может применяться от грудничка до старичка. И это не метафора, это реальность. Когда полтора года назад моего внука выписали из роддома с диагнозом стафилококк, все тело было покрыто красными пятнами и гнойничками. Анализ кал, анализ крови показывал, что стафилококк в крови. Написали кучу лекарств, антибиотиков, большой список. Поскольку он на грудном вскармливании, я дочери сказала, чтобы она сама принимала на ночь MELS, это антивирусная, антибактериальная программа, и днем растворяли дрожжи в водичке и пол чайной ложечки давали ребенку несколько раз в день пить. Буквально через 3 дня все тельце очистилось. У ребенка через, наверное, 10 дней мы сдали повторные анализы, стафилококк не обнаружен. Мы обошлись без антибиотиков, что очень важно в таком возрасте. И вообще, во всех случаях возникновения каких-то проблем у ребенка, болит животик или перевозбудился ребенок, мы обязательно используем наш продукт. Вот продукт «Релакс» как раз способствует гармонизации, и его не опасно давать гиперактивным детям, он успокаивает, гармонизирует на уровне клетки, снимает всевозможные стрессы, как для взрослых, так и для детей. У мужа высокое давление. Мы стали применять «Харт». «Харт» – это специальный перевод сердца, специальный продукт для сердечно-сосудистой деятельности. За один прием снижается давление до 30 единиц.